Так, мы вернулись онлайн. Да, босс. Да, игра нас подвела. Босс, привет. Сори, что раньше не ответил, не заметил, что ты со мной поздоровался. Белый, да, я живой, представляешь? Блин, надеюсь, сохранилось. Она что-то жопа. Какое это было путешествие? В шагу смерть встречал порчу. Свет утрачен, войны небес низвержены. Но мудрость Арафеля рассеяла тьму и указала всем путь вперед. У нас в городе были убиты 15 человек школьниками. Школьниками в 1 сентября. Агрошколота, это жесть, это как так? Не, все окей. Далеко нам не надо было бежать. Два голоса, так выключу и второй стрим. Да, жестко как-то. Они нажрались, не подкапурились, да? Сейчас школьники что только не делают. Ну иди сюда! Что-то протянуть, что ли? Да как так фризы? Не, дропов ноль, то тебя фризы. Или перезапускает. Все окей, должно быть. Да ну ты что, издеваешься, что ли? Обратно бегать. Там пройди, там выйди, блин. Ужас какой. Зачем тебе все почистить? Забили старушку портфелями, потом подожгли ларек. Жесть! Жесть, это что такое? Ты в каком городе живешь? А что тут? А, вот. Да неужели? Ура! Да.
кошмара. Интересно, туда дострелить получится сразу? О, не надо париться было. Я упал. Походу я пришел к финальному боссу. Обычно такие длинные коридоры с лестницами предшествуют какому-то боссу. И походу это финал. Смерть близко! Покажись, смерть! Ух ты! Ни хрена себе у тебя там членак-то длинный! Обалдеть! Да! Так, это интересно, он, блин, меня своим, блин, длинным хреном ушатал. Жесть. Какой-то дядя доет злой. Смерть близко! Покажись, смерть! О, меня еще с термаком заливает, жесть. Пипец, пол хп отнимает. Так, стоп, а здесь не просто так порталы даже. Вот так. И, например, вот так. Да. Типа я сейчас на него так сзади напрыгну. О, получи! А! Я понял, что это значит. Он должен сядь. О, точно! На, получи кастрюлю в задницу. А теперь время харакири, уродец жирный. Да, он полетел так. Мужик, стой. Мужик. Типа он зарядился еще. Ух, ух, нифига. Ну давай, давай, тошни, тошни. Давай, кастуй, кастуй, кастуй. Блин, а верхний портал включен. Нифига себе! Жесть! Жесть мужик дает!
пипец, за нее не схватиться даже. Нет, смотри, схватился как-то. Ух, ушатало! Ох! Ха-ха! Чё у него такие маленькие крылышки? Нате! Жиропас проклятый, а? Где находится ключ? Пощади, всадник! Ох! Стой, как раба! Я все расскажу. Это все хаос. Даже самого благородного из нас покинул рассудок, и он взялся за меч. Это случилось с Архонтом. Это случилось со мной. Архонт. И все из-за этого проклятого бассейна. Ими неспроста запрещали пользоваться. То, что он в нем увидел, повредило его разум. От него начала распространяться порча. Он устроил в этом замке настоящую бойню, претендуя на свою чистоту. А потом Архон сбежал в хрустальную башню. Ова-на! А я в нем подставу не почуял. И забрал ключ? Ах, вот сука! Все, рейдж! Рейдж начался у меня. Чё? Так, и чё? Дёрты рапас. На тебя же рапас. Сюда. Так, а чё, тут выйти никак больше нельзя? Обратно пойдем. Что ж, я думаю, недалеко нам идти. Не знаю, где был вступительный ролик. Я тебе каждый стрим рейтинг плюс сделал, это нормально. Но там вроде больше одного раза. А, нельзя это нажать плюсик одним зарегистрированным. Но все равно большое спасибо. Я рад, что тебе нравится стрим. Вопрос, а зачем этот Архон дал мне грифон и отправил сюда? В чем его была коварная цель? Что он хотел этим доказать? Кстати, мне, наверное, можно было перемещением, да, быстрым воспользоваться? Давайте посмотрим. Можно ли быстрым перемещением пользоваться? Например, я хочу сюда, да. Вот, отлично, можно было быстрым перемещением пользоваться. А, Брик, спасибо. Я позже прочитал, чем сам додумался. Так. Ну-ка, на почте у нас там ничего нет. Мало ли, может, какая-нибудь фишка пришла интересная. Так, нет, тут все. Все тихо-тихо-тихо. О, что-то есть. Подарок. Найдется все для ангелов и для так, тебя. Нет, стоп, сначала давайте посмотрим, что мы там наворовали. Что тут? Крит урон, фигня.
Здоровье защит. Ну, фигня, в принципе. Крит урон. Вероятность. О, вероятность казни. Вот это нужно скормить. Улучшить. Где он тут? Вот, вероятность казни. Принести в жертву. А это что? Одержимый наруч. Его тоже, кстати, можно скормить. Весело. Критический шанс. Плюс 21. Что, давайте скормим. Принести в жертву. Вы уверены? Да, я уверен. Критический шанс и вероятность казни. Вообще шикарно подняли. Принять. О, новая сила даже дали. Улучшить. Так. Урон. Ярость за убийство не надо. Урон. Здоровье за хит тоже не нужно. Фигня. Урон. Здоровье за убийство. Критический шанс. 23. Отлично. Скармливаем. Принести в жертву. Ярость за убийство. Фигня. Здоровье. Регенерация. Фигня. Урон. Магия не нужно. Критический урон плюс 21 тоже не нужно. Сила сопротивления. Сила 16. Опыт. Критический урон. Это магия. Магия. Ну, что там пониже? Защита. Фигня. Здоровье, регенерация. Фигня. Магия. Ярость. Опыт. А что, больше ничего нету? Критический урон. Урон шок. Не, тоже не нужно. Так, ну все, это можно продавать. Так, тут у нас что? Критический урон против моего критический урон. Необходим. Сила 22. Да, мне как говно уже. Опыт, защита. Защита, магия. Защита, критический урон, магия. Сила, опыт. Магия 37, а сила. Ладно, поставим это. Чуть-чуть защита. Критический урон плюс сопротивляемость. И у меня лучше. Ух ты, сколько здесь интересных вкусняшек. Защита 81, сила ттт, фигня. Урон критически тоже фигня. Защита 85, критически магия тоже. Блин, да что ж одна магия-то идет? Тут у нас что? Магия фигня. Фигня, ярость, опыт тоже фигня. Что можно все продавать. Ближе не подходи. Вообще ближе не подходи. Даже не пытался. Видавши. Вот твои деньги. Как-то он мне дешево все покупает. Он бы подороже. Эпический шмот отдает. Он мне, блин, эпический почти как за зеленку отдает. Он на 2000 дороже. Вот твои. Так, здоровье у нас максимум. Возьмешь это, когда будешь готов. Так, и что у меня? Я хотел посмотреть. Мне нужно какой-нибудь. Ой, блин, а что у него так самое дешевое стоит? Критический урон, фигня. Магия, фигня. Урон, фигня. Так, что тут у нас? Критический шанс плюс 18, урон льдом плюс вот это вот можно купить, потом скормить. И очень даже неплохо получится, да? Критический урон нет. Критический шанс, да. Пробивной, вероятность казни. Ух ты, блин, а здесь вероятность казни плюс 29%. Обалдеть. Пробивной урон. Урон за крит. Огонь. Тут.
Вот, шанс говно тут. Крит. Критический урон. Критический. О, критический шанс плюс 20 тут вообще. И дамаг такой нехилый. Урон, сила, здоровье, ярость, здоровье, сокрит. Нет. Да, нам, ну, по идее, вот это можно купить, было бы вообще шикарно. Не знаю, критический урон взять с казнью 29%, да, а у меня что там? Вот это сколько тут? Вероятность казни 26, критический шанс плюс 17, сила 26. Чем же ее накормить-то лучше? И лед. Надо вот это вот купить и правильно. Это послужит тебе, если ты послужишь. По идее, будет самый сок улучшить. Принять. Да, вероятность шанс на крит 18, вероятность казни 28, сила 28, урон 141. Отлично. А, вот можно выбрать даже. Критический шанс. Урон. Здоровье за убийство 62. Можно типа сделать. Новый уровень. Выберите улучшение. Не, критический шанс, по-моему, ну 2%. И лед 31. Не знаю. Вот здоровье за убийство, или бы крит шанс нужно брать. По-моему, очень эпично. Почему крит удар фигня? Потому что у меня на остальных шмотках собран критический шанс. Возьмем, все-таки он получше будет. И что у нас? Тут максимальный уровень? Да. Что-то получается. Вот это получше теперь. Так, теперь Свет. Можно продать. Главное продать. Да, 22 тысячи. Неплохо так. Шо? Я эпичен. Поехали к ангелку на разборке. У меня здоровье, понимаешь, на этих... на перчатках. Не высасывает здоровье, офигенно. То есть, если когда дамажить, я лучше буду дамажить вот этими, а высасывать вот этими. То есть, вот так. Это будет офигенно круто. Далеко уже от начала игры прошел. Да, очень далеко. Это уже почти конец игры. Нет! Ключ, Архонт. Я знаю, что он у тебя. Он мой! Даже если он попытался бы меня заставить, я не смог бы уничтожить ключ. Ты должен понять, всадник. Я сделал то, что был должен. Открыл источник. Охранял ключ. От вопросов, которые они задавали. И от тебя. Только я могу обладать ключом. Ух! Божественный свет уничтожит тебя!
Жиди ты, понял? Да, сейчас сучка. Вот так вот, минус. Матрица! Нифига он здоровяк! Ну а нафиг! Да вода пополам его еще. Сука, говна улетел. Отлично. Эта фигня позволяет пройти к источнику душ. Открыть. Ой, посмотреть на карту мира. Так. Где источник душ-то? Вернитесь к старейшему ворону. Отлично, все шикарно. Да, кусок светящегося говна вылетел вниз. Сбросили помет на голову смерти. У меня ключ ангелов. Твоя миссия близится к концу. Расчистить путь. Но ты должен найти второй ключ. Ключ демонов. Еще второй ключ. Давайте, ребят, еще третий ключ. Тебя подстерегает сумрак. Меня подстерегает сумрак. Да, сумрак. Мне придется идти одному. Не место для лошади. Мне придется идти одному. Круто, мы были в этом раю, теперь в аду, по идее, да? Мне придется идти одному. Того. Не место для лошади. Добро пожаловать на грань теней, всадник. Грань теней. Лети быстрее, ворона. Или твоему брату конец. Это место кажется знакомым. Должно быть.
Это темное отражение хрустальной башни. Мир, где на страже стоят не ангелы, а демоны. Я обратил их взор на себя. То они здесь увидели, погубило их. А что с ключом? Дался тут, связанный с могущественным хозяином. Мне придется идти одному. Сейчас разберемся с этим могущественным хозяином. И проблема. Нет. Чего нужно? Наш давний знакомый. Добро пожаловать в темное царство, всадник. Если ты меня преследуешь... Ничего подобного. Чаки, привет. Я собираюсь заставить демонов расстаться с их золотом, а ты с их душами. Сложность разве вы не похожи? Изи? Нет, какой этот апокалипсис. Ну, я самый максимальный ключ. Там. Ну, конечно. Самаэль хранит множество чудесных вещичек в сокровищнице под черным камнем. Я хочу выторговать у него некоторые из них. Еще сатану. Но я боюсь, ну, что не мы его все нагнем, ладно в Красном дворце. Самаэль никогда не позволил бы своим владениям уйти так далеко в небытие. Берегись того, что ты найдешь на троне Самаэля. И кого? Только сплетни проходят сквозь вихри. Они рассказывают о безумной королеве Лилит, которая еще пытается править. Лилит, почему но меня это не удивляет? Но это только трон Самаэля. Так что Самаэля самого не будет, по идее. Я слышал о черном камне. Да, трон Самаэля, князя крови, красного странника. У него много имен, но один дом. Не так много от него осталось. Порча пожирает черный камень, как она поглотила бесчисленные миры и поглотит кузнечные земли, равнины нежити и даже землю. Это порча? Но к чему она стремится? К концу всего сущего. А в этом месте... к небытию. И как нам с этим бороться? Мы не будем. Твое драгоценное равновесие ей даже на руку. Но откуда мне знать? Я же простой торговец. Самаэль был здесь, когда я сражался с нефилимами. Не сомневаюсь, что он следил за этим с огромным интересом. Демон Самаэль играет в свои игры, а мы все... А мы все пешки. Мне придется идти одному. Вчера чуть не застрелился на этом уровне. Но будем надеяться, что меня не постигнет та же участь. Так, ну что, сюда пойдем. Задницу, наверное. Это лучше сюда. Ха-ха-ха!
пипец он толстый. Так. Что-то тут, походу. Ой-ой-ой. Верните меня обратно. Окей. Значит, нам все-таки обратно идти. Куда наверх? Что путало? Вот так, не церемонись. О, вкусняшка. Спасибо за предупреждение. Ты можешь выйти, Лилит. Ты осуждаешь меня за то, что я пряталась? Ты смерть. Скуба. Рядом с тобой никто не может быть в безопасности. Даже твоя мать. Ты не моя мать. Разве не я сотворила Вессалома, смешав прах ангела и демона? А остальные нефилимы не произошли от своего прародителя. Они были братьями-всадником. Но когда всадники убили нефилимов, только ты испытал угрызение совести. Почему ты не бросил амулет в бездну, как приказал совет? Зачем хранить их души, если не для того, чтобы однажды искупить свой грех? Мой грех? Порча зародилась в Авесоломе. Она расползлась из него, как чума. А ты, мамочка, должна помочь мне остановить ее. Где ключ демонов? Во владениях Самаэля. Но сейчас он ушел, а ключ пропал. О, не волнуйся, сынок. Раз можно искупить грех, можно вернуть назад и время. С помощью этой штуки ты можешь попасть в прошлое, в крепость Самаэля до ее падения, и найти ключ демонов. Я прошу только об одном. Когда ты попадешь к источнику душ, прислушайся к зову своего сердца и воскреси Филиппа. Во времени мне дали. Еще мне только не надавали. Столько, блин, опилок, что можно аж с ума сойти. Ну-ка. Работает? Ой, жаль. Не работает. Чё за хрень? Работай, сказал. Очуметь. Просто очуметь. Надо фига видеть марку, мне или нельзя. Вот, черт с ней. Yeah.
жесть! Ух, жесть, как он насаживает-то! Вообще, блин, потерялся парень. Не достанешь меня. Ой! Да ладно, две штуки уже. О, да, поссали эти штуки. Что-то он жестенький был. Да уж. Вот это интересные мобы. Я вот с ними согласен. Интересные. Да я забываю все время про имбо-мод, а кликвин. Это невозможно. Это невозможно. This is not. Опа-на, а это что такое? Ух ты же, блин. Что там бегать, ползать? Нам вниз.
наехать. Да не надо мне 100 раз показывать, что это, блин, карта. Что-то я как-то неправильно сделал. Давай, до свидания. Улетел, красавчик. Это вниз, что ли, там? Это вниз, да. Чё, вниз? Вниз так вниз. Что нам, тут делать? Здесь много демонов. Ты понимаешь, ты нападаешь на саму смерть. Все бы было хорошо, если бы можно в эту дверь было пройти. Но что-то она сюда не проходится. А если сюда она не проходится, следовательно, нужно не сюда. Давайте посмотрим в другую проход. А вот, кстати, можно сюда вот такую-то воткнуть. По-другому, все как-то страшно, все как-то непонятно. Банзай! Ну, нам в любом случае сюда. Да, это мы на другой край перебираем. Вот мы наверху. И по идее здесь нужно воспользоваться другим порталом. Интересно. Ладно. Не будем рисковать, в эту дверь ходим. Ничего вроде сложного нету. Вот так. Нам нужен будет ключ до двери. Нужно его добыть. Да, это жесть, конечно. Тут запутаться как два пальца уже. Так. Да, у нас есть вообще проход. Вообще, куда нас выведет? Блин, пипец, и тут пройти можно. Ну, что ж такое? Он будет завален. Вообще проход. Так.
Очуметь. Просто еще порталы. Ё-моё. Еще вот туда можно пройти. Обалдеть. Так, ну ладно, хоть мы понимаем, где чего-то нам порталы. Нам нужно вот эту бяку разворотить. А тут ключ как раз таки лежит от двери. Чтобы ее разворотить, нам что? Нам нужно повернуть время спять. Эй, ты куда упрыгнул? Ау! А что это больно? Это очень больно. Ну! О! Лол, а чё он сейв? Что за хер? Писец, он в это, где-то там за текстурами был. Просто жесть! Зафаерболил! Где он? О. Это просто жесть. Зафигучил меня просто по полной. Нахлобучил мне. Что она делает? Фигню приподнимает. Ну тут вроде как ничего не остается, как так вот поставить. Кстати, вот там я не был, тоже посмотреть нужно,
что тут вообще к чему? Да, нам походу туда идти, в портал. Ну, в смысле, не в портал, а в дверочку. Здравый смысл. Блин, не то прожал. Фризы начались. Ну, сейчас я доделаю. Посмотрим, что там за фризы. А чё он не поймал? Вообще переброс. Куда он там полетел? Жесть. Он поймает? Нет? Когда-нибудь. Ура! Ура! Он поймал! Он поймал. Как я.
вопрос, а как теперь отменить порталы? У меня что-то отменило, порталов не работает. А, так, кстати, что там насчет фризов-то? Дропы? Не, все окей. Все, 9 дропов. Это ни о чем. Ура, вот ящик. Теперь пройти нам нужно опять через портал пройти. Временной разлом, как бы я сказал. Вот этот вот. Ящик. Да. Ящик нужно взять. Понеслась. Опа-на. Подкат. Типа нам дали намек. Типа, спустись вниз, да? Давайте спустимся вниз. Сундучок еще один. Дай мне счастье.
А, вон, наверх, пора. Гомик. Загадочная фигурка гомика, оставленная гомиадом. Весело. Другой вопрос, зачем нам это все? Зачем там портал стоял? Ты на компе играешь или на Xbox? Ну, вообще-то сразу заметно, когда играешь на компе или на Xbox. Вообще глупый вопрос. Ну а если так, то на кофе, конечно, нравится. Что это? Сейчас я буду секунду Так, я тут. Поехали дальше.
очко умений, точно. Очко умений. Что у нас там в умениях? Ух, нифига себе, 5 очков дали. Делать мне становится вихрем. Я, кажется, просёк там тему с порталом. Правда, не до конца, но всё-таки возможно где-то в одном измерении поставить портал и выпрыгнуть из другого. Посмотрим. Правда, вот я не вижу, вообще не вижу. Вариантов. А, и фиг 2, да? Чем мы ставим тут портал? Дальше что? Я опять запутался. Нет, я думал, все-таки возможно поставить 2. 2 портала. А тут, видите? А, вон, наверх можно. Точно. Что-то я не сообразил. Тут наверх еще можно. Давайте посмотрим, что тут наверху. Тут мы еще не были. А там были. Отлично. Тут все просто. Я уж что за тесты на физику, вот или нет. Ну, обычный тест. Тестовый сервер. И туда, куда нам нужно. Сейчас будет мясочек. Не, никто не хочет побыдловать на меня. Теперь присылай только одного всадника, даже в прошлое. Нет, это частный визит. На самом деле, никто не знает, что ты здесь. Не единая душа. А теперь отдай мне ключ. Пусть это будет наш маленький секрет. Совершенная матрица дала трещину, а Весолом был самым сильным из вас. Ты увидишь, что я достаточно силен, Самаэль. Да, ты преодолел много трудностей, прежде чем предстать передо мной. Но иногда герой в конце погибает. Спроси у своего брата. Ты сам отдашь ключ или мне забрать его силой? Всадник, ты уже знаешь ответ. Сука.
Давай, сука, нападай! Что, сдулся? Голова заболела. Ой-ей. Ему что, лень было телепортироваться, да? Ну давай, давай, давай. Посмотрим, бой. Ах ты педрилкин! Ах ты педрилкин! Сцуко! Злая Сцуко! Ну давай, давай, давай. Ну давай! Блин, он без коней, бессмертный! Сука! Оба-на! Засушил он меня, сучка. Понятно, в этот момент просто тупо бегать надо, а я просрал мощную обилку просто ни во что.
пошло не так. В прошлый раз как-то намного лучше пошло. Вот это вот мне нравится, вот это вот махач, есть над чем подумать. А не то, блин, как говнобоссы до этого были. Я без понятия, о каких ты тестах говоришь. Ну, тесты и тесты, и что там дальше? Давай, давай, давай. Пуляй меня всем, чем можешь. Давали ему 5,5 хп, конечно, не очень круто. Что поделать. Да ладно, я же уклонился. Я же прожал кнопку. Видимо, здесь это здесь криптон, ничего нельзя сделать. Давай. Ай-яй. Дрилкин, да? А, вафля, вафля! Какой злая вафля, а? Блин, чуть-чуть надо было форму прожать, я что-то про нее забыл, сука, я бы вот сейчас нагнул. Где моя форма? А, надо было Е жать, а там написано, блин, право, я право жал. Thank you.
Ай! Ну ты задрал, а? Значок 10. Ну блин, я чё, помню, что какой-то значок 10. Я шумакаю просто все, что можно. Блин, я пока тут тебе рассказывал, что я шумакаю все, что можно, меня опять прокатили. Да, это Darksiders 2. Давай, 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 налетай, дурак. Здорово! Ни хрена себе ты меня прокатила! Ой, что-то, блин, я тут отдался ему капитально. Да, что-то вообще. Он меня так влупанил, что у меня аж глаза из орбит вылезли. Ладно. Лупит он, конечно, жестко, жестко. Там два удара, я труп. Давай, налетай. Сейчас прожмем, сейчас прожмем. Сейчас стопудово прожмем. А, блин! Я где-то ту кнопку прожимал! Ну ладно, срать, я тебя так убью. Ой-ой-ой, надо прыгать, прыгать отсюда. Ой-ой-ой, застрял. Ой-ой-ой, трог. А, где моя форма, мать твою? Где сюда, сука? Что происходит? Кто-нибудь спасите! Очень ярость. Недостаточно ярости. Понеслась, счет! Возможно, у тебя это даже получится. В любом случае, это будет интересное зрелище. Фух.
Фак, я это сделал. Я это сделал. Так, теперь мне нужно к этой карте, да, к древу. Ключ у меня, старейший ворон. Ты наконец-то сможешь войти в источник душ. Но имей в виду, обратного пути не будет. Я уже так далеко зашел, старейший ворон, что не поверну обратно. Бегись, всадник смерти. Темная сущность охраняет источник, и семена порчи притаились внутри. Источник осквернен. Я с первого раза прошел тот босс. Но теперь тебе будет противостоять не безымянное нечто. А я краб! Клац, клац, клац! Выбрала себе защитника. И поэтому... У меня еще Кир, блин, что там, 8 уровня, что ли, шмат? Я его не обновлял ни фига. Здесь и сейчас. Помни все, чему ты научился, всадник. Порча — это конец всего сущего. Смерти. Древо, ключи, источник. Почему меня не покидает чувство, что ты меня испытываешь? Себя испытываешь, друг. За то, что ты совершил. За то, что тебе пришлось сделать. Теперь тебя ждет последнее испытание. Или ты смерть, или подаришь жизнь. Жалко, в игре нету нескольких концов в плане... того, что выбор. Там, например, и возродить всех нефилимов, или возродить... там, я не знаю... оставить порчу, дать порче силу, или там возродить людей. Вот такого вот выбора нету. Я ушел во тьму. Привет, ребят. Всем привет, с кем еще не поздоровался. Ну что, последний мясоч? Тебя не удивляла смерть, почему ты цел и невредим, а все вокруг тебя сохнут и гниют от порчи? Не потому ли, что ты уже был отмечен грехом предательства? Как ты можешь победить то, что уже поселилось в твоем сердце? Ты не сможешь остановить меня, не обрекая свою душу на вечные муки! Значит, так тому и быть. Понеслась! Что-то он меня замахал. Что-то я по нему вообще ни одного удара не сделал. Или ты смерть? Или ты смерть? Или поторговать нельзя? Задница без бутылочек бы мог проходить. Да, все, меня удивляет вообще уже все. Все равно задел, а? Огнида получил. Так, прыгай, прыгай. Ау. Воткни в лицо ему.
Ого! Жёстенько он меня тут отлупанил. Мужик, ты чё, здоровее стал или мне кажется? Да ёб, я ж притянулся к тебе. Что, уже не прокатывает, да? Ага, сдулся, малыш. Что это? Понятно. Мне кажется, я умер. Да ладно, не умер. Теперь умер. Ну, мы без хилок, да-да-да, мы без хилок. Ну, по крайней мере, все понятно теперь, как его побеждать стало. Посмотрели вроде все его фазы. Странно, почему я не умер, когда он меня распрессовал просто. Тебя не удивляет? Удивляет. А тебя не удивляет, что я без хилок? Нифига себе. По жопе так смачно. Эх, по жопе он мне дал, конечно, жестко. Что, где моя рука? Да ёпта! А, не, хилки ХП отнимают. Но он меня, блин, в упор поймал, я просто тупо не могу от него.
сдохни! Лол, я его убил! Лол! Ну что за фигня? Пипец, у него хп кончились, я сдох все равно. Тебя не удивляла смерть, почему ты цел и невредим, а все вокруг тебя... Ты будешь очищен! Да, ёб... Ну не достал же его. Прям под ним начал делать. Там вообще вот, миллиметр. Чуть-чуть не достал. Сейчас бы его убил, конечно. Не то обилку прожал. Хрен бы с ним. Можно шмотки телепортнуться купить. И хилки можно купить. Давайте я вам покажу, в каком шмоте я его убиваю. Какого он уровня. Уровень 19, но это мы поменяли. Уровень 13, уровень 14, уровень 15. У меня шмот вообще говно. 15 уровень, 16 уровень оружия. Это true hardcore. Да, мельница это фигня. Он в ней не атакует. Ой. Thank you.
Ай, поймал, поймал, поймал! Черт, меня отвлекли на самом интересном моменте. Возьми меня за руку! Убил Авесолома, остановил порчу, и вот я стою перед источником душ. И понятия не имею, что мне делать дальше. Очень просто, очень сложно. У меня неподходящее настроение для игры в отгадки, ворон. Можешь воспользоваться силой источника и возродить мир людей. Или можешь воскресить Нефилим. Но знай, что выбрав одних, ты навсегда поставишь крест на других. О. Мой брат война. Я буду защищать его. Чтобы вернуть людей на землю, придется чем-то пожертвовать. Оружие что не оставил. В смерти родилась жизнь. Человечество возродилось заново. Но путешествие смерти не закончилось. На истерзанной земле его брат Война покончил с разрушителем. На тебя начнут охотиться. Наверняка Белый город, Совет найдутся и другие. Ты собираешься воевать с ними в одиночку? Нет. Не в одиночку. Война сломал тебе печать, призвав всадников апокалипсиса. И всадников всегда будет четверо. Эпично на концовке, как он там летел в метеоре там. И тому подобное. Метеором, точнее, не в метеоре, метеором летел на землю. Все, ребят, вот мы и прошли Darksiders 2. Долго я мучил его. Ну, конечно, смерть жив. Все они живы. Да, надеюсь, будет очень эпичное продолжение. И ой, как надеюсь, ребят, чтобы там был мультиплеер, чтобы можно было играть за двух всадников хотя бы. Вот, и проходить игру, это было бы просто шедеврально, если разработчики еще сделают обоюдоострые там квесты там с порталами, ну, головоломки, я имею в виду, не квесты, головоломки. Вот, это вообще будет шикарно. Нет, не навряд ли его сделают, а его уже как бы планируют делать, потому что разработчики ищут в свой коллектив разработчиков, у которых, ну,
есть опыт в мультиплеере. Они не стали в этом Darksiders делать мультиплеер, потому что у них не было опыта вообще мультиплеерной части. Поэтому они избавились от этой идеи, но по многочисленным просьбам от игроков, от фанатов, они все-таки решили, если они найдут хороших разработчиков для мультиплеера, вот, а также мультиплеерных головоломок и тому подобного, вот, то они обязательно в третьей и четвертой части сделают мультиплеер. Следующий всадник — Голод. Ну, его вообще называют чумой. Ну, я имею в виду по вообще по Библии и тому подобное, да. Но почему-то в игре они избавились от этого названия, от чумы. Я не знаю, с чем это связано. Хотя чума и голод, по-моему, это разные совершенно всадники. Там смерть, война, чума и голод. По идее, вот так вот должно быть. Голод, чума, война. Да, вот все правильно сказал. В танке... Ну, не знаю, сейчас я в любом случае отключусь от стрима, пойду, надо покушать, отдохнуть немножко. И там посмотрим, если соберется взвод, поиграем. Если не соберется, то поиграем во что-нибудь еще. Вот, ребят, те, кто впервые пришли на стрим или кто смотрит, но еще не подписался, прошу вас, перейдите на Twitch, на канал Твича, подпишитесь, полайкайте меня на других зеркалах. Вот. Ну, это, естественно, кому понравился стрим. И все, с вами я прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр, за комментарии, за подсказки. Все, я вас люблю, чуваки-чуваки, пока. Ну, открыли кошмар, новую игру плюс. Я не буду этой фигней страдать. Мне это уже незачем. 21 уровень всего лишь. Кончили игру на 21 уровне.